Всем привет, ребята, с вами Аяс, и сегодня я буду играть в новое хобби, которое называется «Побег из магазина игрушек». Ребята, смотрите, как здесь жутковато выглядит все, вот видите, да. Тут у нас продается какая-то кукла, какой-то замок, машинки, шляпы, вот еще музыкальные инструменты тут лежат. А тут у нас плюшевые игрушки. А вот здесь у нас транспорт, ну ладно. Так, нам стрелка показывает сюда. Давайте зайдем. Ого, как-то темно. Да, у нас есть в инвентаре фонарь. Он нам понадобится. Да, я уже понял, господи. Так, окей. Так, куда нам надо идти? О, что за комната? Вот, это надо выключить электричество. Давайте включим. Окей. Это что за угол? Давайте проверим. Так, ребята. Эта кукла пропала, которая вот здесь была. Вот здесь она была, она убежала куда-то. Ребята. Так. А, она пробралась сюда, в вентиляцию, ребята. Мы должны идти за ней. Так. Мне это надо перепрыгнуть или что? А, да. Я думал, это будет, типа, пропадать. Как бы... Окей. Так. А вот здесь реально темно. Надо быть аккуратным. Ой, ну да, конечно. Надо быть аккуратным, и сам я падаю. Гениально вообще. Так, окей. Надо быть очень аккуратным, тут очень опасно. Я уже один раз упал, да. Так, тут какой-то рычаг, давайте откроем, используем его. О, у нас открылись такие вот платформы, так. Здесь у нас какая-то лестница, давайте поднимемся по ней. И у нас есть какой-то парень и какой-то коридор. Ребята, темно стало. Куда надо идти? Я иду за этими мальчиками. Так что, да. Я слышу, кто-то ходит тут рядом. Ага, конечно. Ой, нет. А куда надо идти, господи? А куда идти, блин, надо? Ребята... Я не знаю вообще, куда иду. А, окей. Да, в принципе, правильно шел. Правильным путем. Вот у нас тут выход. Все, фух. Я думал, что я не пройду это. Так, окей. У нас тут надо... У нас тут, в общем, вот эти штуки, по которым надо прыгать. Да, конечно. Так, в принципе, мы пока хорошо идем. Но это пока. Чё? А что это было? Ладно. Промолчу. Так. Давайте прыгнем сюда. Ой. Я проверял, может быть, если по ним прыгать несколько раз, то они упадут. Нет, это было бы странно. Так, окей. Вот так вот и вот сюда. Все, ребята, мы сделали это вообще. А что у нас тут вообще? А, окей. У нас там ничего. Ну, давайте идти вперед, что ли. Типа нам... Ну... Другое ничего не можем сделать, так что да. А, это что за... Squid Game, что ли, блин? Да, я понял. Зачем вообще фонарь здесь? Да. Это реально же какой-то красный цвет, зеленый цвет, но там даже это и сказали. Ну, типа я точно не спросил, вроде бы. Или нет. А мне уже не должен останавливаться, точно.
Да, так мы это прошли. А, у нас тут какие-то лазеры. Окей. Просто сейчас аккуратно перепрыгнем. А куда нам идти? Да, окей. Ага. Они убивают. Ну, не убивают, как бы. Они. В общем, можно их задеть, но ты не умрешь. Как бы сразу. То есть они тебе немножко хп сносят, это все. Что за коробка прозрачная? Окей. Мы поднимаемся наверх, уху. Еще с фонарем туда. Так, у нас какая-то опять тут игра, господи. А? Да. А что тут надо сделать вообще? Надо выжить, что там было написано. Так. Safe place. Издевательство. Ну куда я вам на этот safe place? А мне надо просто выжить. Ой. А можно просто от него убежать? Пошел нафиг. Ай, как страшно, ребята. Он что такой быстрый? Ну, в принципе, ожидаемо было, потому что это хоррор-игра. Так сказать. Окей. Так, ребята. Мы выжили. Это было очень жутко. Так. Ой, голова, блин. Я головой ударился там. Вообще все тело себе сломал. Так. Какой-то глебус тут. Окей, it's really dark. Окей, давайте вот достанем фонарь и пойдемте дальше. Так, у нас тут какой-то склад, ребята. И что нам нужно найти? Я не считал просто, я сейчас пропускаю, господи. А, у нас какая-то вентиляция. Или нет? А, это просто вентилятор. Ой, или что это? Так. Ну, давайте пойдем сюда. Ладно, закрылся. Круто. А что у нас тут? А, наверх идти, окей. Так. О, нет. Тут что за лава какая, господи. Классно вообще. Теперь надо вот... Только этого не хватало. Мне не нравятся такие вот эти... Да блин. И как мне это сделать, типа? Ребята, походу я здесь вот застрял. Или же нет, ну... Фух. Вроде нормально получается. Так, вроде бы хорошо идем. Я чуть не упал вообще. Классно. Сколько вообще-то длится эта трасса? Так. Ну, в принципе, это... Я уже думаю, это конец, ну ладно. Издеваетесь? В самом конце я умер, да? Круто вообще. Ребята. Да вы издеваетесь, что ли? Да блин. Так, я должен это сделать, давайте. Вот почему именно я в конце должен был вот упасть, я не понимаю. В принципе, здесь надо просто зажать вперед, чтобы как бы не замедляться, а то вот тогда, и когда вот перепрыгиваешь вот это, ну, точнее вот, да.
Надо просто ехать с быстрой скоростью. То есть, если ты замедлишься, то вот ты упадешь тут. На этих рампах. Да, все. Окей. Так. Все нормально. Мы прошли это. Так, ребята, тут надо было кое-что сделать, все. Так, у нас тут какой-то Марио, что ли? Не... А, нет, он сзади нас. Надо быстрее, 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 быстрее. А, это его замедляет, это бомба, да. Так. Ой. Что-то было. Так, ребята, а что это? Ой. Ну, я так и думаю. Что-то какой-то обман? Или, я не понял, это мы, по-моему, оттуда и пришли, да, типа, на... Так. А, я думал, что тут нет. Я думал, куда дальше, типа, идти. Типа, чуть за обрыв, ну ладно. А, мне фонарь отобрали, ребята. Или здесь уж фонарь не нужен, чё? Здесь, наверное, уже фонарь, свет есть, да? Так. А, как? А. По этой части можно ходить, а вот дальше же нельзя. Стоп. А, вот фонарь вернули, это был баг. А, по ним нельзя наступать, господи. Не издевайтесь. Уж думаю, по ним надо прыгать. Окей, так. Сколько еще этого идет? Я не хочу видео. Господи, как... Не хочу затягивать видео просто. Так. Чё? Это мини-игра, что ли, издеваетесь? Еще какая-то игра. Ну да. А для чего? А ты типа пока. Пока типа ждешь, можешь типа поиграть в баскетбол, что? О, мне дали бейджик. А у меня мяч остался одевать. Мне надо просто выжить, да? Остаться в живую. Окей. Попробуем. Я сейчас думаю, здесь какие темные здесь клетки, типа на них нельзя наступать, потому что там. Ну, здесь много тем. Блин, ну я сейчас не знаю, куда идти. Ну, сука, ну ладно. Ну что это? А, ладно. А, все, вот открылись мне. Отдали, открыли мне мостик, да. Так. И здесь у нас выход. И здесь у нас есть. Квест. Давайте сядем.
А типа неважно, да куда сесть, можно на поезд, на место машиниста или на пассажира, да? Это выглядит странно. Понятно. Что за лицо у этого поезда? Я здесь такое заметил. Уже глаз, но это как-то крипово. Так. Блин, это сфотографировать, это. А, это... Господи, ну... А что мне надо делать? А. Стоп. А, мне надо по ногам бить. Я думал, где-то вот в ту часть, типа, где-то типа полоски. Ладно. Сейчас одну ногу вынесем. Так, все, осталась другая. А, это какой-то парень. Я думал, это какой-то его приспешник, типа, что ли. Ой. А лазеры вообще что делают? Они как бы даже не попадают у меня, эти лазеры. И, типа реально. Это очень довольно смешно выглядит. Я как-то мимо стреляю вообще. Все. А, задел, по-моему, меня. Лазер. Ты должен развернуться по-другому. Господи, как я тебе попадать буду. А, хотя у него так тоже сносится. Ну ладно. Только странным образом это идет, но... Почему-то полоска не уменьшалась. Ну, она уменьшалась внизу, но не уменьшалась его... Это, нога, так скажем. Окей. А что будет, если в человека пульнуть этим? Так, мы прошли это обе, реально вообще. Давайте посмотрим. Вот, если забрать это можно. Можно ведь, да? Нет, нельзя. Для чего они вообще тут? Ну, как бы в остальных уровнях оно работает. Ну, ладно. Мне жалко, нельзя вернуться обратно в этот. Блин, ну ладно. А на этом я буду, наверное, уже заканчивать, потому что мы прошли это обе, да? Мы молодцы. С вами был Аяс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Ждите новое видео, которое будет скоро. Да. И... Всем удачи, всем пока-пока!